Star Ring открыл портал, Викинг Найн рискнул всем ради спасения планеты. За коварными нападениями стоял Робби. Космический злодей перепрограммировал его, но Мастер Ви вернул ему память. Приспешники Пульсара продолжают вторжение. И сложно сказать, сколько тоботы смогут держать оборону. Детективы Галактики. Выход жука Брейди. Часики тикают. Надеюсь, ты не выбиваешься из графика. Еще пара штрихов, и ваш помощник не в форме. Дайте больше времени. А если Земля станет твоей наградой? А? Это очень щедро. Подведешь меня, тебе не скрыться даже в космосе. А? Ладно. Ну что ж, лучшее время сейчас. Мир будет моим, тоботы! Привет! Привет! Кто-нибудь знает, что у Зора за секрет? Никто. Вы все пришли. Зачем ты нас собрала? Может, Брейди пора стать детективом Галактики? Ни за что! Думаю, он готов. Но мы не то, что... Я знаю, ты... Но мы с ним не дружим. Тогда почему он постоянно с вами? Мы не знали, как сказать, но Брейди не самый милый. Но все заслуживают второго шанса. Просто мы знаем его лучше, чем ты. Еще один день, еще один монстр, и скоро мир узнает, как меня зовут. А? Какой ужасающий. Идеальный кандидат. Розовая молния. Что это такое? Ух ты, где пропадали весь день? А? Что? Что-то не так? Мы как раз рассуждали, приглашать ли тебя в команду. Вы серьезно? Я за, но ребята не захотели. Ладно. И пусть. Мне все равно не нужен ваш глупый клуб. Ведь он для малышей. А знаете, без вас я найду своего жука быстрее. Ты не один. Мы найдем номер 9 вместе. Ух ты, вы слышали? Есть знакомый Дитин Сектор? Мне кажется, или он летит к нам? Ребята, бежим! Мастер Ви! Ви-интеграция! Я с ним разберусь, принцесса! Нужна помощь с насекомыми! Значит, хочешь поиграть, а? Нам нужно уходить. Я не могу. Я сильно повредил колено. Он слишком силен. Пора звать подкрепление. Power Train!
почистим станцию! Жесткая посадка. Ну и каков план, здоровяк? Сначала слезь. Нужно безопасное место. Дай отдохнуть. Найди себе равного соперника. Галактическое гипервращение! Сам виноват! Мы без боя не сдадимся! Как тебе многозадачность? Балбесы! Без вас все было просто потрясающе! Парни, пора им за все отомстить! Приступаем! Как вам, мистер Жук? Вместе мы точно победим Тобота! Молодец! Дави их! Давно стоило избавиться от этих бесполезных глупцов! Что ты делаешь? Они вон там, Жук-переросток! Не дай им уйти! Ладно, придется раздавить жука. Беги оттуда. Мне кажется, что я его знаю. Ты... У него на спине девятка. Похоже, мы нашли пропавшего жука. О, это все из-за тебя. Стойте, это не значит, что этот жук мой. Это не все. Девятка могла быть на спине у другого жука, но у твоего пять лап. Но... Друг, я уверен, это номер девять. Но это не объясняет размер жука. Лишь его злость на Брейди. Я не злодей. Вы не хотели его искать. И нога уже не болит. Да ну его! Покажите ему! Во всю мощь! Стараемся! Номер девять. Эй, жук, мы просто не поняли друг друга. О, да вы шутите? Не бойтесь, доктор Икс, мы вас вытащим! Я терпеть вас не могу. То есть ты все это время помнил меня? Прости. Прости меня. Нельзя было отпускать тебя из-за нехватки лапы. На твоем месте и я бы на себя злился. Я буду лучше. Обещаю. Позволь доказать тебе это. Думаю, он прощает. Иначе просто съел бы тебя. Тоботы, можете, пожалуйста, вернуть номеру 9 прежний вид? Он не против. Не бойся. Дай нам секунду. Вперед, ребята! О, смотрите! Он очень рад вернуться домой! Мы молодцы! Снова победила дружба! Друзья, да? Кажется, надо дать тебе имя получше. Ну, как его назовешь? Я не знаю. Ему нужно дерзкое имя.
твое новое имя, а я не могу решить. Викинг Найн, как тебе? Вот это имя! И у него есть кольцо. Что ж, с этого момента тебя зовут Викинг Найн. Ну что, Брейди, присоединишься к детективам Галактики? Я... Он наш! И я ему очень рад! Но вы уверены? Ага. Тайлер может быть против этого. Брейди, люди могут меняться. Думаю, я смог. Хорошо. Добро пожаловать. Спасибо вам. У тебя же дома миллион игрушек. Пригласи нас к себе. И мороженое. У тебя его много. Это точно. Ладно. Вы хотите пойти сейчас? Да, идем! Итак, друзья, дело закрыто. Тобот. Детективы Галактики. Брейди стал детективом Галактики, но еще так мало знает. Мы начали с миссии по спасению животных. И что-то пошло не так. Зора упала в яму. Как будто этого мало, команда Хаос составила новый план по захвату города. У злодеев новый прием. Они уворачиваются от всех наших атак. Может, пора позвать того, кого еще не видели? Это сражение полно сюрпризов. В следующей серии «Тобот. Детективы Галактики».